Всем привет! Любым электроприводом двери от компании Adore можно управлять как при помощи кнопки из комплекта поставки, так и при помощи дистанционного управления, которое мы предлагаем как дополнительную удобную опцию. Комплект состоит из блока приемника и брелка. Нередко в ходе эксплуатации брелки дистанционного управления теряются, выходят из строя в результате внешнего воздействия. Или наоборот, необходимо добавить еще один брелок к уже имеющемуся брелку. В любом из этих случаев вы всегда можете приобрести у нас дополнительный брелок дистанционного управления и подключить к своему комплекту. Как это сделать, мы сейчас покажем. Берем приемник дистанционного управления, аккуратно открываем крышку, снимаем ее, снимаем микросхему, нажимаем маленькую белую кнопку, светодиод потух, нажимаем один раз кнопку на дополнительном брелке, который хотим прописать, подключить к этому блоку. Все. Светодиод на плате загорелся. Брелок подключен, запрограммирован на данный приемник. Все синхронно работает. И в обратном порядке осторожно собираем. Комплект дистанционного управления готов к работе. При необходимости вы всегда можете сбросить, отключить все брелки, прописанные на вашем блоке приемники. Для этого нажимаем кнопку, светодиод потух, загорелся. Все, все брелки отключены. Брелок моргает, светодиод на приемнике нет. Значит, связи между ними никакой нет. Вы увидели, как происходит процесс подключения и отключения брелков дистанционного управления. Отдельно отмечу, что к нашему блоку приемника вы можете подключить до 12 брелков. Приобрести продукцию, задать интересующие вопросы вы всегда можете в отделе продаж нашей компании и у официальных дилеров. Всем спасибо за внимание, всем пока! We'll be right back.